День космонавтики 12 апреля – особенное событие для всей страны. Таким оно стало в том числе и для юных художников. Десногорский историко-краеведческий музей дал им возможность проявить свой авторский талант в конкурсе рисунков «Мир космоса». В течение 2 недель юные художники присылали свои работы. В итоге организаторам поступило более 90 рисунков на тему космоса и его героев. Одним из таких это стал Юрий Алексеевич Гагарин. Это первый человек, который полетел в открытый космос. И вот этот вот городской конкурс был посвящен как раз-таки 60-летию полета первого человека полета в космос. Мы по праву гордимся, что именно наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в космосе. Работы были оценены авторитетным жюри в составе представителей Десногорской детской художественной школы. Их вердикт стал известен 12 апреля в выставочном зале музея. Победители конкурса были награждены дипломами, а также специальным подарком – оригинальным космическим лакомством. Победителям будет вручаться вот такое космическое питание. Подбирали специально для вас, чтобы это было вкусный питательный джем. Благодарственными письмами были отмечены также и заслуги педагогов и воспитателей. Под их кураторством шла подготовка начинающих художников.